3-1. Именно с таким счетом закончился матч «Картель ТРК». И с представителем команды ТРК Андреем Сухомлиным мы сейчас и пообщаемся. Андрей, здравствуйте. Чего, на ваш взгляд, не хватило команде для победы? Возможно, неправильная тактика была выбрана или не такой настрой был у игроков? Всего хватало. Чуть не хватило везения. Иногда достаточно, чтобы проиграть команде. Не сказал бы, что команда сильнее нас, но из-за везения. Скажите, давно вы играете в футбол? И каким футболом начинали заниматься? На большом поле или мини-футболом? Нет. Команда у нас собралась, можно сказать, год назад. Сами играли для себя, потом решили попробовать в бизнес-лиге. Вы довольны организацией турнира в бизнес-лиге? Очень доволен. И команда в целом тоже. Как обычно удается настраивать игроков перед командой? У вас есть какие-то ритуалы или какие-то действия, которые вы повторяете из раза в раз, чтобы победа была точно в ваших руках? Такого у нас ритуалов никаких нету. Просто главное с хорошим настроением подойти. Если есть настроение, тогда оно... Значит, вот сегодня, оказывается, настроение было чуть не то. Мы будем настраиваться уже на следующую игру. После игры вы собираетесь с командой, обсуждаете, что было не так, какие ошибки были допущены, разбор полетов проводите? Ну, это больше уже на тренировках, чем после игры. После игры там горяча говорить никто ничего не будет на эмоциях. А если команда побеждает, собираетесь отметить победу все вместе? Режим не нарушаем, спортивный. То есть даже после игры вы не позволяете себе расслабиться, пойти в бар? Нет, не позволяем. У нас режим. Полностью здоровый образ жизни. Тренер запрещает. Да. Перед Новым годом раз только, и все. То есть один раз в году, 31 декабря, по традиции. Да, только тогда. Спасибо большое за интервью, Андрей. Я желаю, чтобы ваша команда больше никогда не проигрывала и приносила только победы. Спасибо, будем стараться.